И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике сегодня мы будем играть в Counter-Strike 1.6, и мы уже начали. Итак, вот в чем прикол, то что я играю на таком крутом сервере, на котором всего 5 на 5 мы играем команда Games, а именно моя команда играет против команды LA. Да. И так как я играю за Noobas TV, а это именно мой второй аккаунт на нашем Steam, то есть мой второй аккаунт, поэтому как-то так. У меня три аккаунта в Steam, кто знает. И вот так вот. Ладно. Убежали. Сейчас, я думаю, мы будем тащить. Ну или я не знаю. Так, тихо. Входим. Тихо, блин. Ни хрена там вышло вообще. Охренеть. Чё их так вышло-то, я не понимаю вообще. Сразу-то все. Ладно. Как бы это не самое главное. Так, давайте следить хотя бы за ним. Вести себя в игре. Так, так как это уже я не знаю, какая часть. 3-3. Еще тоже. Охрененный. Да. И мы, возможно, сегодня еще за команду Т поиграем. Так как мы сейчас играем за КТ. Да. Ну, может, не сыграем. Конечно, но я первый слился, да ладно. Так. В общем, в чем прикол? То, что мы тащим на карте D2X2, а именно D2X2. То есть, убрана часть B с карты. В общем, ее просто убрали. Ну, хотя вы наверное, и так знаете. Так. Дальше. Здесь больше ничего не изменено. Только есть плент А, на котором мы сейчас и будем тащить. Так. Сидят они. И здесь что-то хотят они сделать. Давай, тащи. Так. Сам прикол то, что у нас играет именно... Ну, то есть у нас команда как... Кажется, да, их 6. Нас 6, их 5. То есть вот в чем прикол. То есть, как-то вот так вот играем. Я сразу сливаюсь. Нет, не слился еще. Конечно, ну ты чё? Хотя он знал то, что я там. Так что не ВХ-шник. То есть это именно. Сервер клана, именно какого-то из них клана. Название такое интересное, я палить его не буду, потому что это палево. Я не хочу рекламировать другие сервера в Counter-Strike 1.6. Самое главное то, что здесь написано, почему PvP. Ну хотя да, это PvP, но название я вам не буду говорить. Потому что это название рекламирует другой канал, а именно канал ну, такого же ютубера, который снимает про КС. Так как-то. Ладно, скажу вам. Это сервер мясника. Ну, то есть не самого мясника, а это просто мясной сервер. Да, я на нем сливаю все, что можно. Опа, второго. Да ни хрена вы выбегаете-то там вообще. Как я с вами так совсем подумали, не? Давайте. Так, вышел. Ну он вышел, давай, стреляй! Стреляй! Россия 228, охренеть. Но нейм вот тащит. И команд это не наш. Нейм. Не тащит, нет. Счет 4-5 уже. Они тащат.
То есть, если так подумать, за нас играет Россия 228, Нонейм, Злой, Креатор и Владимир. Во. Как-то так. То есть, как-то так. Если бы вышел... И давайте, вперед. Ни хрена ты вышел. Неожиданно, честно, ребят. Хоть я показывал то, что я профессионал, но, ребят, это без монтажа, как бы. Сейчас я показываю, как я вообще играю. Так что... Пошли дальше. А чё вы как вообще закупаетесь? Я не понимаю вообще. Идем. По одной и той же тактике, что ли? Я не понял. Там пошли они все. Почему они все там ходят? Почему я один хожу тут? Тихо, все. Одного минус один, все. Они пошли все на Б, а Б же нету. Где же они все? Так, уже наш убивает там. Видимо, они по низу пошли. Нет, не закрыт. Странно. Я этого знаю. Они здесь все были. Они прям ждали их. Смотрите, во. А где остальные? Хрен его знает, ребят. Но Нейм, короче, чертачный. Он или какой-то ВХшник, или АИМщик. Но это не точно, ребят. Он просто, наверное, профессионал в этой игре. Потому что смотрите, как он идет вообще. Следите как за его игрой. Охрененно, конечно. Бегает. Играет. Тихо. Выходим. Вышли! Опа, троих завалил, охрененно. Давненько я таких вообще убийц не делал. Тройных. Сразу троих завалил. Ну, Бас ТВ, охренеть. Так, ну бомба на А, это логично, конечно же. Б же нет. Тихо, сидит там где-то. Его же не убили, да? Да, молодец. Где он сидел? Или нет? Так, ладно. Так, я побегу опять там. Хотел сказать, побегу, ребят. Сказал все правильно. Так, ну давай. Выходим. Нет. Давай. No name. Yes. Смотрите, как хорошо-то вышел. Два хеда. Два хедшота, офигеть. Охрененно. Тихо, сзади! Мы... А, вот все нормально. В этой игре мне именно в оконном режиме лагает игра. Ну нет, я выключил. Охрененно. А я ничего никогда не закупаю. Я иногда закупаю там флеши. Но сейчас они мне как бы, наверное, не пригодятся. Тут кто-то смоуки, блин, закупает. Вара убил. Так, молодец. Вообще играет. Я без клана. Они меня хотели забанить здесь, кикнуть точнее. Но потом я им сказал, типа, я Нубас. Вот мой канал, я вам доказываю, что я оригинальный. То есть никакой не фейк. Пошли, выходим. Пошли. Я с ними сыграл, да. И слил. Все, что можно. Так. Ну ладно. Давай. Не, смотрите, все сливают. Они все сливщики вообще. То есть как-то вот так вот. Так. Окей. Так, ну чё, мы победили, значит. Больше сказать нечего. Так. Так. ХП. Так, закупаемся опять. Давай.
даст тактика. Так. Так. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.